В Курчатовском районе заминировали здание Русско-британского института. На место ЧП съехались все экстренные службы. Половина 11 утра. Из образовательного учреждения эвакуировали около 350 человек. Студентам сказали, в институте заложили взрывчатку. Позже выяснилось, на базе вуза учения проводили чекисты. Проверяли подготовку учеников и спецслужб. Прибывшие полицейские и взрывотехники бомбу в здании обнаружили. Впрочем, разминировать ее не пришлось. Взрывчатка оказалась не настоящей.